Дорогие друзья, мы начинаем наше куплетное ревю. Мы решили взять несколько старых куплетов и придать им современное, оригинальное звучание. Достаточно старые куплеты, им больше 50 лет. Начинались они так. Есть песенки про зиму, есть песенки про лето, а я зимой и летом пою на них куплеты. Мы эту песню взяли, узнав ее едва, уж очень полюбились нам веселые слова. Я думаю, что не только слова, но и припев, который вы не только что узнаете, а можете петь вместо меня. Ну-ка. Потолок ледяной, дверь скрипучая за шершавой стеной. Тьма колючая, как шагнешь за порог, всюду вини, а из окон порог синий-синий. Ну а теперь, собственно, сами куплеты, которые были столь популярны, к сожалению, остаются актуальными и теперь. Дом сдали раньше срока, прорабы веселились, и хоть зима стояла, мы в этот дом вселились. Живем уж третий месяц, но света нет у нас. К тому же почему-то подключить забыли газ. И в результате в этом доме, как вы сами понимаете, как 50 лет тому назад не было газа, так и нету. А в самом доме что? Потолок ледяной, дверь скрипучая за шершавой стеной. Тьма колючая, как шагнешь за порог, всюду иней. Муж на службу идет синий-синий. И еще один куплетец. Живется в зоопарке, работникам не худо. Одни едят за тигров, другие за верблюдов. За бегемота сторож съедает все сполна. Уборщица за лицо, а директор за слона. Носорог за немок, рысь худючая, с голодухи змея, неползучие леопарды бежат, точно свиньи, ну а белый медведь синий-синий. Опа! Рифма наша мать, будем мы ее искать. Пропоем частушки, типа хохотушки, и назло поэтам будем петь без рифмы. Эх, рифма наша мать, будем мы ее искать. Мы с женой худеем, вот у нас диета. Дома только кофа, а в гостях что хочешь. Эх, рифма наша мать, будем мы ее искать. Чё ты платок-то надел? Ты чё, баба-яга, что ли? Ягун! А я Василис Прекрасный. Ой, извиняйте, не признал.
Микроскоп дедули внуки подарили. Дед теперь впервые пенсию увидит. Что ты смотришь, костлявая? Пенсию не вижу. Ее никто не видит. Депардье нежданно продал виллу в Каннах. Этого хватило на однушку в Химках. Останови их. Молодец. Это моя помощница. Собрались? Поем. Футболисты сборной шли вперед упорно, по воротам били по мячу ни разу. Ни разу. Рифма наша мать. Ни разу по мячу. Я мурашки по спине. А ты их сбрось. А у него что? У тебя тоже мурашки? По животу. А, у тебя тараканы. Дама сделать ноги от ушей просила. Врач отрезал уши и пришил их к попе. Вы что, поменялись, что ли? Нет. Тебе с этой стороны лучше как-то. Ты так ходи только по правой стороне. Да. За год очень быстро яйца вздорожали. Ой. Интересно, что мы будем красить в Пасху. У меня соседка прямо как мобильник, не положишь деньги. Сразу недоступно. Ух, пескоструйщица. А что ты, я пескоструйщица? Струйщица, струйщица. С тебя песок сыплется.
Подмела бы. Да, ты ж баба Яга, вот подметай. На себя посмотри. Чего? Кирпичный завод. Потом на метле улетишь. Угу. Поем. Муж открыл окошко, броситься собрался, а супруга сходу захватил бы мусор. Услышим ваше одобрение, обещаем вскоре. Мы споем и в рифму. Следующие куплеты любезно согласились спеть звезды нашей эстрады Лайма Вайкули и Владимир Винокур. Давайте их поприветствуем. Я не понял, простите, а кто из вас Лайма? Хочешь, я могу быть Лаймой? Вот. Ну, или Винокуром. Или все-таки Лаймой? Такое ощущение, что я смотрю на себя в зеркало. Лайма, это я. Ну, в таком случае я, тетушка Чарли, из Бразилии, где в лесах очень много диких обезьян. О! Все, я понял, девушки, не ссорьтесь. Значит так, начинают Владимир Винокур и Лайма Вайкули. А дальше посмотрим. Поехали. Летал 300-й спутник по эфиру. И ночь уже стелилась у окна. У входа в крупноблочную квартиру, да, встречала мужа тихая жена. Йо. Ты где шатался, где, скажи, шатался? А муж поскреб в небритой бороде. Ну, и, извини, немножко задержался. Ну, вот не помню, с кем, когда и где. А теперь Михаил Боярский и Татьяна Буланова. Эй! В глухой ночи над средними веками тревожно зазвенели стремена, сурово подперев бока руками, у замка мужа встретила жена. Эй! Ты где шатался, где, скажи, шатался? И рыцарь молвил, глядя на жену: не плачь, ты извини, немножко задержался. Заканчивал столетнюю войну. Эстафету принимают Лев Лещенко и Надежда Кадышева. За 300 000 лет до нашей эры в один из вечеров зашла луна, и в тот же миг с дубинкой из пещеры навстречу мужу двинулась жена. И глядя на дубинку, муж притих. Ты извини, немножко задержался. Мы мамонта делили на троих. А теперь Никита Михалков и Алла Пугачева. И вот куплеты эти исполняя, наказан буду скоро без вины. Во сколько я домой вернусь, не знаю.
но чувствую, услышу от жены. Ты где шатался? Где, скажи, шатался? В ответ скажу, не нужен нам скандал. Ты извини, немножко задержался. Я в шоу Петросяна выступал. Теперь кланяемся, кланяемся, как Иосиф Кобзон и Эдита Пьеха. Прошу. А теперь, как Алексей Егоров и Герман Леви. Неожиданный дуэт, дорогие друзья. Николай Бандурин и настоящие электронные барабаны. Маэстро. Учился я играть на пианино. Не получилось. Ну, есть тому причина. Учился на тромбоне, на баяне, но получилось лишь на барабане. Ударил раз я палочкой по коже, потом еще два раза стукнул тоже. Так по душе пришлось мне это дело, что стал теперь я барабанить смело. И ни о чем не ведали, не знали. Но как-то вдруг из стран соседних прямо пришла нежданно к нам телереклама. Одну минуту сникерсы хвалили, аж две минуты тайт купить просили. Теперь корежи фильмы без оглядки, про памперсы, таблетки, шоколадки. Растут, как на дрожжах, повсюду цены. Я пирожки с капустой обожаю, но не всегда теперь их покупаю. За пирожок я рубль платил когда-то, потом двух даже стало маловато. Сейчас же пирожок вы захотите, вздохните и немедля отстегните. Завершу куплетом, и с вами попрощаюсь я при этом. И как всегда в подобные моменты в мой адрес прозвучат аплодисменты. Один хлопок услышу я сначала, и два хлопка придут ко мне из зала. Ну а потом, что в общем-то логично, у нас все будет с вами как обычно. Теперь
для разнообразия Михаил Бушуков. Что ты сказал? Я сказал Михаил Бушуков для разнообразия. Что у нас порой творится? Просто безобразие. Но мы будем веселиться. Для разнообразия. Я всегда в дороге где-то, верен я эстраде. Не одни сносил щеблеты, все улыбок ради. От эстрады современной сдвинулся по фазе я. Потому пою куплеты для разнообразия. С танцем! Чтоб в столице закрепиться за большие бабки, я женился, но фиктивно, на столетней бабке. Но у бабки оказалась буйная фантазия. Родила она мне двойню для разнообразия. В наши дни сейчас повсюду продают дипломы. И купил диплом я тоже прямо возле дома. А был когда-то я геолог, трубачом был в джазе я. А теперь я гинеколог для разнообразия. Дума наша городская вроде бы решила, чтоб на рынках россиянам тоже место было. Но на рынках, как и прежде, лишь Кавказ и Азия. И одна старушка наша для разнообразия. Звезды наши энергичны, скажем, без придирки. И на ринге бьются звезды, и на льду, и в цирке. И когда ж у них иссякнут силы и фантазия, чтоб своим заняться делом для разнообразия. А я исполнил вам куплеты, а вы улыбались. А девчонки на галерке даже рассмеялись. И теперь, когда со сцены уходить обязан я, хоть похлопайте немножко для разнообразия. Друзья, что вы смотрите «Куплетное ревю», где мы пытаемся петь старые куплеты, но по-новому и оригинально. Михаил Белов. Я в волнении с утра. Не идет любое дело. Это странная хандра. В конце концов, мне надоело. И к врачу я как-то за советом забежал. Ну, осмотрев меня, мне врач с улыбкою сказал: «О, мой дружок, все ваши страхи просто ерунда. Ну, а чтоб не нервничать, вы помните всегда, что чуточку игры воображения и поможет вам самовнушение. С этих пор, представьте, я и весел, и здоров, и, как говорится, позабыл про докторов. Ну, а если начинаю нервничать едва, я сразу вспоминаю эти мудрые слова. Чуточку игры воображения и поможет нам самовнушение. Утром дома чай мне подает Софи Лорен, вся в мехах, бриллиантах, в модной юбке до колен. А до врача об этом разве мог бы я мечтать, что Софи Лорен женой моею может стать? Но чуточку игры воображения и поможет нам самовнушение. На машине «Ласточки» я каждый выходной выезжаю за город на часик, на другой. А до врача не смог бы я, сомнений нет, за машину «Ласточку» принять велосипед. Но чуточку игры воображения и поможет нам самовнушение.
Но, может быть, хотелось бы кому-нибудь из вас со звездами телеэкрана встретиться сейчас. Так вы тогда представьте, что мой папа Жан Море, и что перед вами выступают звезды кабаре. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Hello, darling. This is Luis, darling. It's so nice to have you back where you belong. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting under it. Так что чуточку игры воображения и поможет нам самовнушение. Я, признаться, в беспокойстве начал я полнеть. Я к врачу пришел в расстройстве, как мне похудеть? А врач ответил мне на это: вот что, мой дружок, ты навсегда забудь котлеты, кушай творожок. Ах, диета, то нельзя и это. Ах, диета, ну просто пытка это. Ах, диета, ну как с тобой быть? На творожной на диете нелегко прожить. Ел творог я всю неделю, простоквашу ел. Вдруг про мед прочел в газете и уразумел, что веселым и здоровым в жизни будет тот, кто хотя бы раз медовый месяц проведет. Ах, диета, то нельзя это. Ах, диета, ну просто пытка это. Ах, диета, ну как с тобой быть? А на меду, скажу вам честно, ох, не сладко быть. Ел я мед, забыл про мясо, ел творог, грибы. Вдруг сказал сосед мне басом: нужно есть бобы. С этих пор я на другое даже не гляжу, а потому что с этих пор я на бобах сижу. Ах, диета, то нельзя и это. Ах, диета, ну просто пытка это. Ах, диета, ну как с тобой быть? А на бабах, скажу мужчине, нелегко прожить. Соки пил и фрукты кушал, хрен и редьку ел. На бифштексы, ножки, буши даже не смотрел. Позабыл про вкус тефтели и салат жевал. Парадокс, к концу недели толще вдвое стал. Ух, диета! Ох, диета! Ах, диета, ну как с тобой быть? Все же мужчине без омлета нелегко прожить. Ел я то, ел я это, все послушно ел. Но поправился при этом, а не похудел. Я бледнел при виде мяса, я лишился сна. И однажды вечером сказала мне жена: брось диету, брось ты пытку эту. Лучше ты поджарь котлеты, вытри пыль с окна с буфета. Полно три помой посуду, постирай рубашек груду. К простыням пришей приметки, у детей проверь отметки. Сам себе заштопай брюки, ну а после ноги в руки. Сбегай в 10 магазинов, почини ботинки сыну. С рынка принеси картошку, сделай на обед окрошку. Не забудь купить капусту, почини в столовой люстру. Сделай выкройку со вкусом, вынеси из дома мусор. Разгрузи меня немножко от домашних дел. Стал я помогать жене, и вот я похудел. Ой. В моде удивляется народ, будто всех их производит маловаренный завод. Мимо Цюрихского банка я без шуток не хожу. То копейку им засуну, то им рубль покажу.
Ноутбук с игрой стрелялкой внук бабули преподнес. Старость кончилась у бабки, теперь детство началось. Жена в джинсы еле влезла, талия улучшилась. Правда, что с боков исчезла, на щеках вдруг вспучилась. Что за дума, там народ, сплошняком все гении. Понимают анекдот только в третьем чтении. Гости мы пошли с женою, там чего-то стряпали. Встретили нас хлебом, солью, остальное спрятали. Подрастает мальчик в доме, и отец доволен им. Глянь-ка, ползает по полу, прям как я по выходным. Удивлялась ночью Тома, муж какой-то неуемный. А когда включила свет, оказалось-то сосед. Как-то раз от пьянства деду вшили грозную торпеду. И теперь за водкой дед мчит быстрее всех торпед. Стали старички бодрее, думают о спорте. Вон две бабки в рай влетели, прямо на скейтборде. Свадьба пела и плясала, но невеста уж устала. Скромно губы подвела и в салат поспать легла. Чтоб заснуть, сосед с дивана громко так считал баранов. Что весь дом поднял дебош, и когда, козел, заснешь? Чья-то мама мыла раму, сорвалась оттуда прямо. И как стала вспоминать 10 метров чью-то мать. Возгордился я в конец, вот ведь как бывает. Многодетный я отец, а жена не знает. Вместо дела и работы кто-то травит анекдоты. Мы за чаем с ушками веселим частушками.